Выехали мы на полчаса в лес за грибочками. Вот тут стоянка лесорубов старая из 90-х годов. Вот силуминовый карбюратор. Часть карбюратора. Ну тут всегда бывают лисички. Пришли мы в бесплатный магазин за лисичками вечером. Так, вот они уже, лисички наши. Попадаются подосиновики. Будем собирать лисички. Хорошие, так и тут. Так, будем ходить, искать. Время еще есть. Солнце не село. Нет, село, но светло. Подосиновики растут в яме. Вот как их тут увидишь? Никак. Просто совершенно случайно. Вот они. Но только они длинные какие. Вот. Пожалуйста. Это не я их туда засунул. Это их туда мать природа затолкала. Попробуем их срезать и померить длину ножки. Посмотрите, какие мы вытащили подосиновики. Смотрите, какая у них длинная ножка. Они тянулись к свету. Ножик у меня не маленький. Это оказалось не яма. Это оказалась нора. Так, шуточки кончились. Пора выходить из леса. Темнеет. Трассу, правда, уже слышно. Так, вот грибы не отпускают. Так. Здесь спрятался грибок. Так, здесь. Так. Здесь грибочки. Здесь. Так, вот это у нас экскременты медведи старые. Так, а вот здесь след. Вот видите, на лисичку наступил лось. Протоптал лисичку. Вот он отсюда и сюда. Шаг большой. Вот он след. Читается. И дальше следующий. И так далее. Опять лисички. Лоси, видимо, лисички не едят или у них зрение плохое. Так. Все. Будем как-то выходить отсюда. Вышли мы из лесу до наступления темноты. Но все равно так. Жутко неприятно. Переложили мы немножечко лисички. То есть чуть-чуть постучали по ведру. Уложили с горочкой такой. Осталось только три гриба поместить куда-нибудь. Но пакеты мы забыли. Так, у меня, по-моему, где-то здесь был конвертик с документами. Так, это кто у нас? Шумерля. Так, кто-нибудь есть у нас из Шумерля? Так, сейчас, секундочку. Так, телефон зафиксирую. Так. Так, конечно, грибы в 5 часов вечера не нужно начинать собирать. То есть цель себе такую ставить. Так, документы аккуратно убираем, секретные. Укладываем грибы. Так, запечатываем конверт и в Шумерлю. Я, конечно, шучу. Так, ладно, пора ехать. Мне еще выбираться отсюда по темноте.
по ночному лесу выезжаем уже. С нашей секретной дороги.